Всем привет, дорогие друзья, и сегодня я расскажу вам, как снять защитное стекло с Pigeon HDP Glass T с вашего айфона, айпэда, ну и так далее, при помощи самой обычной пластилиновой лопатки. Итак, к сожалению, мне придется расстаться со стеклом Pigeon HDP Glass T. Продержалась на нем довольно долго. За 2 месяца, наверное, да, упала на несколько раз, но не из моих рук, как говорится. Первый раз из рук моего брата, которому 8 лет, не знаю, как ему удалось. Тогда ничего не случилось, как бы. Собственно говоря, как и во второй раз, опять же, из его рук. А вот из рук моего друга в школе. Как-то он полетел не слишком удачно вперед, ударился об стол, и появилась небольшая трещина. Как говорится, все бы ничего, но вот эта трещина, когда начались заморозки, пошла дальше, и так вот достигла уже размеров 4 сантиметра. Я, конечно же, на это смотреть не могу, это довольно заметно и не слишком приятно, скажем. В общем-то, сейчас мы приступим к процессу снимание этого стекла. Давайте выключим девайс, чтобы ничего не мешало, то есть чтобы не нажимали кнопки и не отвлекались. Сам процесс съемки, по идее, очень прост. Вам нужно просто подцепить защитное стекло этой самой лопаткой. Ну, тоже надо постараться, как говорится. То есть надо найти самую такую оптимальную позицию. Так. Да уж, не так все просто, как вначале кажется. Так, даже не знаю, какой рукой потом подцеплять второй лопаткой. О, все, треснуло стекло, но теперь у нас проблем не будет. Выглядит вот так вот, довольно страшно, но не пугаемся, как бы. Главное, что нашему экрану ничего не случится. Вот уже полетели небольшие такие осколочки. Так, давайте аккуратненько. Ух ты, как все страшно выглядит. В общем-то, вот так вот, наверное, и будет выглядеть после падения стеклом вниз. Как бы вашему девайсу ничего, конечно же, не случится. И вот, вот наш экран. Как бы с ним, конечно же, ничего не случилось. А вот защитное стекло с Pigeon HDP Glass T. Причем еще вполне, так скажем, пригодная, но, к сожалению, наклеить его уже нет, так клейкий слой просто не наложится, да? Ну да, он ничего не клеится. Так что вот так это все просто. Теперь я буду использовать временно поставляемую в комплекте пленку, как она называется-то, не помню даже. Но она тоже очень хорошая, продается за 15 баксов. Их у меня 2. В общем, вот так вот, дорогие друзья, Pigeon HDP Glass T, отличное стекло, я бы его не менял, если бы, конечно же, не вот эта трещина, кстати, которую я сейчас вам, наверное, и покажу. В общем, она была примерно вот отсюда до сюда, но на это смотреть я не мог. Я вот такой вот, скажем, бережный человек. Ну а на этом все, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, а обзор этого защитного стекла вы сможете посмотреть по ссылке из описания этого видео. Всем пока!